Размова об светлым. Новым героем проекта «Гомель у особах» областной библиотеки имя Ленина стал архимандрит, насельник Свято-Микольского монастыра, отец Сава. На встречу с ним пришли люди самого разного возраста, социального статуса и профессии. Их было саправды шмат. Организаторам навод пришлось поклопотиться об додатковых местах у зале. Говорка мерковала быть у формате диалога, ведущего с гостем. Але глядачи опынулися у центра размовы и навод стали ее основой. Отец Сава поведаў шмат цікавых і павучальных гісторый са сваёй паўсядзённай дзейнасці, а таксама частых падарожжаў. Зусім нядаўна ён вярнуўся з Оксфардскага ўніверсітэта. Да гэтага выступаў перад семінарыстамі ў Екатерынбургу і сустракаўся з навучэнцамі і выкладчыкамі Рускага праваслаўнага ўніверсітэта. Сейчас очень много возможностей говорить с людьми, и мне очень нравится формат интернета. Например, у нас в нашем монастыре есть YouTube-канал, и мы через него общаемся с людьми. И есть очень много интереснейших блогеров сейчас. Это очень хорошо, что есть возможность говорить с разных площадок и в разных форматах. Но самое главное условие – это честность. Если разговор честный, открытый, искренний, тогда он получится. До того ж, отец Сава регулярно пишет артикулы для портала «Православие и свет», кляштарного штотыдневика «Правила веры», з'являється автором и ведущим цикла передач «Святло невечернее» и «Вир богословия» на православном телеканале «Союз». Послухать его размовы об светлым можно так само у сетце интернет.